Всем привет! Одесский и мессианский ретрит 2018. Третий день. Здравствуйте, присаживайтесь, добрый пожалуйста. День. Меня зовут Дмитрий Бадюм. Какое у вас ожидание насчет этого ретрита? Во-первых, первые два дня достаточно хорошие, очень хорошая атмосфера, хорошее Божье присутствие, весело очень, давно в таком веселье не был. Я думаю, что все, что Господь говорит на протяжении этих дней, все, что еще Бог будет говорить, это очень важно. Детский еврейский мессианский ретрит 2018. Третий день. Одесский мессианский ретрит. Третий день. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Даниил. Вы откуда? С Одессы. Ваши впечатления о ретрите? Давайте третий еще раз. Очень сильное слово было от Джона Данова по поводу построения команды. И, в общем, очень сильное присутствие Бога. Мне нравится. Одесский мессианский ретрит 2018, день третий. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Дмитрий. Очень приятно. Скажите, откуда вы? Я из города Черноморск. Как вам на ретрите? О, на ретрите очень здорово. Сегодня уже третий день, и мы ждем начала. И верю, что продолжение будет еще мощнее. Вчера было особенное прославление, когда мы стартанули с ретритом. Хорошее слово в обоих залах. В этом году что-то новенькое. У нас есть два зала. Зал был для семинаров и зал для общего служения. И там Господь очень сильно наполнил. Да. Ну, твоя очередь? Давай. Кого спрашивать? Раз, а что говорить? Roger, hi. Hi. How do you do? I'm well, thank you. Messianic retreat for Odessa for 3 days. Привет, мы из Хмельницкого. Сегодня третий день ретрита. Мы очень рады, что мы здесь. Есть вещи, которые давным-давно знаем. Есть вещи, которые обновляются у нас в понимании, в нашем мышлении. Это очень хорошо. Очень нравятся, очень актуальные темы, которые затрагивают для того, чтобы Бог служил нам, чтобы мы могли служить другим людям, и это очень здорово. Одесский мессианский ретрит 2018, третий день. Здравствуйте. Шалом. Представьтесь, пожалуйста. Ой, я думаю, что все меня уже знают. Валентин Светок, раввин мессианской общины, Ор ха-Машиах. Мы сейчас на третьем дне, в третий день. Кто-то сказал, это экватор, какая-то середина. Но, слава Богу, это хорошо. Кто-то подумает, Ребе на броневике. Так и точно, так и да. У нас сегодня хороший день, еще утро, только люди собираются. Ожидаю очень многого. Прошло 2 дня семинара вечерний, которые говорили о ценностях команды, и люди очень довольны. Одесский, мессианский, еврейский ретрит. Номер 3. Ретрит просто супер. Приезжайте, люди родные.